Эльдар, каждый раз, когда я еду утром на работу в таксичке или в автобусе, у меня встает... И мне приходится его прикрывать сумкой, чтобы люди не подумали, что я кнутый. Что мне делать? Андрей Изотов. Понимаешь, Андрей, дело в том, что человеческая сексуальность устроена таким образом, что чем пикантнее, загадочнее и необычнее ситуация, в которой ты находишься, тем сильнее ты возбуждаешься. Именно по этой причине новобрачные после бракосочетания едут в свадебное путешествие, чтобы попасть в необычные обстоятельства, где их сексуальность полноценнее раскроется. Следовательно, чтобы тебе снять возбуждение, тебе нужно лишить ситуацию ее пикантности, лишить ситуацию интриги. А сделать это очень просто. Тебе нужно просто встать и громко вслух всем сказать: «Доброе утро, уважаемые пассажиры! Меня зовут Андрей Изотов, у меня встал хуй! Огромное спасибо за внимание, приятной поездки!» И тут же магия стояка пропадает. Покровы сорваны. Возможно, сразу после твоих слов начнут вставать другие люди и говорить: «У меня тоже стоит хуй. И у меня тоже стоит хуй. Меня зовут Ольга, я мать троих детей, и у меня тоже стоит хуй». Совсем небольшая доля искренности, и сколько сразу у вас появляется товарищей по счастью, а может быть даже будущих настоящих друзей. У тебя пропадает эрекция, и ты со спокойным сердцем едешь дальше до своей работы. Задавайте свои вопросы Эльдару Бродвею, я на все на них обязательно отвечу. И жмите на кнопку и подписывайтесь на наш веселый канал. Перепостил Бродвей шоу. Молодец! Really man!